Мы, в свою очередь, для того, чтобы провести его, войти в здание, обращались в суд с клопотанием, то временный доступ для проведения осмотра. Суд нам в этом клопотании отказал. Мы не имели такой возможности. Нас сторона не пускала хозяев, которые с документами. У нас не было возможности. Суд нас не пустил. Все. Дальнейшие уже действия, мы должны были действовать в совокупности. Здесь, я так понимаю, присутствуют там гражданские споры, гражданские интересы. Каждый преследует свою цель. Будем разбираться по закону, не поддержим ни ту или иную сторону. И следствие, сейчас, естественно, действие покажет, найдем решение закона. А на основании каких документов новые, так называемые, арендаторы вошли в это помещение? Есть уголовное производство, там есть договор аренды дополнительный, есть. Как вы думаете, если бы в Южнинском отделении был бы начальник, была бы ситуация, допустим, до такого? Дело не в начальнике. Здесь проблема, я так понимаю, группы предпринимателей, они столкнулись по Одессе. Это в Одессе случилось такое, и случилось в Ильичевске. Я считаю, не в этом проблема.